Гороскоп на 2022 год предсказывает рыбам ряд судьбоносных событий, каждое из которых может изменить вашу жизнь. Так как Юпитер, управитель вашего знака зодиака, занимает в этом цикле доминирующую позицию на небесной ленте, у вас появится возможность достаточно сильно влиять на происходящее, причем минимальными усилиями. Венера, активатор рыб, сохранит стабильное положение, что исключает негативные процессы в сфере личных отношений и позволит достаточно объективно оценивать происходящее. Меркурий, являющийся источником проблемы ваших страхов, тоже не будет переживать в этом цикле значительных метаморфоз, поэтому с финансами следует быть осторожнее. Звезды рекомендуют рыбам реже доверять другим людям, исключая ситуации, когда речь идет о ком-то из ваших близких, кому вы на 100% доверяете. При этом практически не будет моментов, когда вы сможете решить проблему при помощи денег. Делайте ставку на свою искренность и вообще, на личные качества. И хотя переговоры в приоритете, будьте напористее, чем обычно. Некоторых побед вы сможете достигнуть только в открытом противостоянии.